Иду. Доброго дня. Доброго дня. Он подпишет. Да, давайте зарегистрируем, а вот это письмо Света уже идет или нет? Сейчас напечатать не Света, сейчас. Здравствуйте. Света подпечатает. Здравствуйте. Я журналист Виктор Артеменко. Вот ребята, учащиеся ваши, пригласили меня сегодня, значит... Но вы хотя бы были позвонили, у меня сейчас областное метод объединения. А вы в двух словах, почему так случилась такая ситуация? В двух словах, уже вчера я давала интервью одной газете, областному телевидению. Значит, в двух словах рассказываю. Значит, ситуация эта началась после того, как город Никополь был отключен от централизованного теплопостачания. Значит, у нас был построен на территории техникума, значит, фирма Коммунсервис. Значит, Роман Котов ее возглавляет, был построена частная котельня, которая обслуживает КСК завода ферросплавов, техникум и 42-е училище. Значит, ну, 42-е училище подается тепло, потому что они местного финансирования, КСК завода ферросплавов, естественно, тоже. Значит, наш техникум, как и ряд других техникумов на Украине, значит, днепропетровские техникумы практически тоже, все не отапливаются, все, кто финансируется с Министерства освиты и науки, отопления нет. Несмотря на то, что, значит, в прошлом году, 20 февраля, отопление было отключено. Мы уже сидели с 20 февраля без отопления, потому что денег на почву на отопление не дали. Несмотря на многочисленные обращения директора, значит, писем, наш техникум туда, в плановый экономический отдел, отправил больше всех по Украине. Это мне сказала начальник планового экономического отдела. Значит, бесконечные туда обращения, звонки. Значит, нам больше тепла не дали в прошлом году. Мало того, мы были должны 460 тысяч. На нас эта фирма подала в суд. Значит, Катерина Петровна, наша глава правкома, и я ей, мы ездили на этот суд, потому что нам не давали зарплату и отпускные преподавателям. Сейчас вы же знаете, что зарплата и коммунальная в одном квеке находятся. И нам, ну как, не давали зарплату, казначейство арестовало счета. До тех пор, пока мы не вернем эти 460 тысяч. Благо, что областной хозяйственный суд дал нам отсрочку, сняли арест со счету и преподавателям выдали хотя бы зарплату и отпускные. Значит, дальше эти деньги, опять оно же все прослеживается, потому что министерство нам перечисляет 460 тысяч летом за счет сентябрьской зарплаты. Опять в сентябре преподаватели остаются без зарплаты. Директор едет в Киев. Значит, мы с ним вместе были, потому что я была по вопросам формы 2-3 НК. Значит, и нам удалось попасть к директору департамента экономики и финансирования Даниленко Светлана Васильевна. Значит, мы очень долго ее к ней, как, ну, сложно было попасть. Значит, она сказала, коммунальное ждите пока, зарплату мы вам дадим. Значит, стипендию обещаем выплатить, все погасить. У нас задолженность 1 июля была и по стипендии, потому что не полностью студентам дают стипендию, не в 100% объеме, а в размере 70%. Значит, пообещали, что зарплату и стипендию мы вам выплатим, а коммунальное пока подождите, потому что, ну, ищем деньги на коммунальные услуги. Значит, сейчас опять вот, я сейчас исполняю обязанности директора, директор в отпуске. Значит, я звонила референту Даниленко, она сказала, мы знаем вашу ситуацию, деньги Кабмин нашел, выделил. Сейчас деньги, значит, они же идут через Министерство финансов на Министерство освиты. Ждите, деньги будут. Но вы же понимаете, что такое, пока деньги дойдут, еще тендер это и так далее. До сих пор денег нет. Но эта ситуация, вот сейчас у нас областной метод объединения, вот люди были из других техникумов области. Значит, у них тоже практически ни у кого отопления и в области тоже. Все, кто министерского подчинения. Вот такая ситуация. Мы ждем деньги, да. Начальник планового экономического отдела Исаева пообещала, что до конца месяца рассчитается по стипендии полностью. И деньги, как Мин выделил, ждите деньги. Вот мы деньги ждем. Я, честно говоря, вот директор отозвался с отпуска, сегодня выезжает в Киев.
Завтра он будет в Киеве, опять идет Даниленко, идет туда, куда только можно. Вот письма. Мы все подготовили эти пачки писем. Сегодня я связалась с приемной Шипка, с приемной Фисака. Сейчас посоставляли письма, сегодня развезем туда. Может быть, Андрей Федорович поможет нам, как депутат Верховной Рады. Значит, потому что, ну, ситуация, конечно, вы сами понимаете, 10-13 градусов в аудиториях, в кабинетах. Уроки мы лихорадит у нас. Но это можно было предвидеть как-то? Вы могли предвидеть эту ситуацию? Конечно, мы предвидели. Мы все предвидели. Мы почему все это тогда знали? Поздно так в колокола начали? Нет, мы не поздно. Мы колокола бьем постоянно. Вот да. С февралями, как же ж поздно. Мы не вылазим с Киева. Я же еще раз повторяю, больше, чем мы направили туда писем, ни один техникум не направил. И это же не только у нас такая ситуация. Это ситуация во всех техникумах, которые министерство подчинено. Эта ситуация не только же у нас такая, вы поймите. Вот. Как раз больше всего с палаху бьем именно мы. Так и в Киеве директору сказали. Вы, как говорится, уже тут оббили так нам пороги, честно говоря. Не, ну больше всего. Дети ни при чем из-за министерства. Дети-то ни при чем, я понимаю. И дети здесь ни при чем. Понимая это, мы сократили занятия. Вот сейчас сегодня я сделала, завприморозок, я сделала занятия по 50 минут. Я понимаю, что так уже учебный процесс, сессия, накануне сессия. Вы понимаете, ситуация, конечно, что такое? Мы будем надеяться, что скоро разрешится. Но дело в том, что пообещали, до конца ноября, значит, стипендии рассчитаются, сказали мне. И деньги выделил ко мне. Но пока еще они не поступили. Вот хорошо, спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Я заместитель директора по учебной работе. Сейчас исполняю обязанности директора, что Владимир Николаевич Рубанов у нас в отпуске до 1 декабря. Исполняющий обязанности директора. Пинчук Виктория Леонидовна. Спасибо. Угу. Спасибо большое. Вы извините, что я так быстренько вошел у нас с областной методом. Хорошо, спасибо. Так что поймите, что мы ребятам объясняли, преподавателям. Я понимаю, что они не хотят этого слушать, они не хотят его слушать. Я все понимаю. Но то, что мы не... Ну как, что зависело от администрации, мы делаем все возможное и невозможное. То есть, хотя и в приемной ФИСАКа мне сказали, что вы не нашего подчинения. Ну что мы можем? Чем мы можем? Спасибо. Да. Спасибо. До свидания. Да. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Кананюк Данил Владимирович, глава Сибрады техникума. Нас холодно, объясняют нам все тем, что не выделяется денег от министерства. Температура в техникуме от 5 до 10 градусов. Холодина, все сидят в курточках, пары сократили. Вторая проблема – это то, что студентам не выплачивают стипендии, либо же их задерживают, либо же их выплачивают не в полном объеме, то есть 70%. И сейчас, вчера при свидетелях приезжало телевидение 11 телеканал, приходили с газеты репортеры. При свидетелях директор сказал, что стипендия будет выплачена еще, это 15 число. И... Она вчера обещала. Да, вчера директор обещал стипендию, но она не пришла. Мы ее ждали до вечера, студенты уже. А как одетому заниматься? Ну, удобно. Сидишь вот за партой, толкаешься, потому что это все зимние курточки, теплые. Поэтому... А? Ничего не понял. Отчислят потом. За чего это отчислят? Что, они действительно боятся, что отчислят? А тебя что не отчислят? Я не боюсь. Я понял. Я предлагаю еще пройтись по кабинетам, показать, что сидят в курточках. Ну пошли, ну, занятия начались еще, нет? Нет, еще. Ну пошли. Там же. Да, Данил. Простите? Да. А почему ты в своем разрешении организовываешь съемки на отделение? Объясни мне. Только что было ничего. А отделение я? Добрый день. Ну, 38-му показывайте своим. Хорошо. Густина показывайте. Хорошо. Не что же. Закрыто все?
здесь старшая? Вот эта тетя? Нет, старшая это вот та, которая в очках сидит. Она уже, она не живет. Учите у экономика. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, пара сейчас будет. Давайте. Добрый день. Я не знаю, это я не могу. Журналист Виктор Артеменко просто хотел бы заснять, как вы чаще удобно и неудобно в вашем месте. Хорошо. Если вам разрешено заместитель директора, да. Она разрешила, она не против. Она сама дала ответ. Добрый день. Я можно одну минутку и убегу? Можно? Да, ну? Пожалуйста. Ребята, я журналист Виктор Артеменко. Хотел бы поинтересоваться у вас, как вот вам заниматься, сидя в курточках? Чуть-чуть неудобно. Чуть-чуть? Чуть-чуть или неудобно? А если вдруг отопления не будет и еще холоднее станет, тогда что? Дома сидеть, хорошо. Хороший. Я вам скажу, что умный сам. Дома, тихо. В перчатках придет. Это будет уже естественный отбор. Все, хорошо, спасибо большое. Все, до свидания. Даже дети боятся говорить что-нибудь. Студенты не особо охотно рассказывают, потому что, похоже, все запуганы, боятся, что их очистят. Ты не видишь, что надо портфели забрать? А ты не боишься, да? Я не боюсь, мне бояться нечего. Вот это разница. Понял. Все, давай, сейчас я. Я тут. Давай.